Здравствуйте, с вами Ольга Волкова. Впереди первые выходные июля. Как провести разгар лета интересно и культурно? Ответы в программе «Афиша» о самых ярких событиях Самары в ближайшие минуты. Грушинский фестиваль ждет настоящих ценителей авторской песни. 1 июля гости мероприятия смогут послушать песни в исполнении Вадима Егорова, Галины Хомчик, Ирины Суриной, Елены Фроловой. В 19:20 пройдет концерт, посвященный 90-летию Евгения Евтушенко. А в 21:00 выступит Олег Митяев вместе с молодой группой «Ирония судьбы». 2 июля на сцене споют Тимур Ведерников, Павел Пиковский, Василий Уриевский, Роман Ланкин и Тимур Шаов. Также выступит Никита Высоцкий с песнями своего отца. Помимо традиционных концертных площадок, участникам 49-го Грушинского фестиваля будут представлены новые песенные и образовательные проекты. Сцена «Многоголосие», которая соберет лауреатов и дипломантов Грушинского фестиваля, а также костровая песенная площадка, где пройдут концерты именитых исполнителей авторской песни. Кульминация Грушинского фестиваля в Самаре – субботний ночной концерт на плавучей сцене гитаре. Концерт традиционно начнется в 22:00. Место проведения остается неизменным. Встречаемся на Мастряковских озерах. Лето, солнце, Волга и спорт. В эти выходные на второй очереди набережной у Первомайского спуска развернется фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Comus Fest». В этом году соревнования пройдут на 20 игровых площадках по 6 видам спорта. Пляжные – волейбол, теннис, футбол, паркур, алтимат и регби. Самых активных болельщиков ждут призы и подарки. Приходите, будет интересно. Активно и культурно проведите воскресенье. В 12:00 Самарский литературный музей приглашает на авторскую пешеходную экскурсию «Горькая Самара». Вы узнаете об интересных фактах из жизни Максима Горького и взглянете на привычные самарские здания глазами писателя. После хорошей прогулки насладитесь музыкой. В 17:00 в Струковском саду пройдет концертная программа Духового оркестра МВД. И, конечно, бесплатный кинотеатр под открытым небом на 4-й очереди набережной Волги ждет настоящих киноманов. 3 июля, например, здесь покажут фильмы «Финист. Ясный сокол», «Шрек 2» и «Эйс Вентура. Розыск домашних животных». Расписание всех сеансов на выходные можно узнать в группе «Самарской набережной ВКонтакте». Это все, о чем хотела рассказать вам сегодня. Хороших вам выходных и отличного настроения!